Всем привет, дорогие друзья, с вами Докерс, это DayZ Standalone, я продолжаю выживать в Черноруси. И вот что я нашел. Ауг. Первый раз нахожу. Вот так он выглядит. Ну, вроде дэмэдж, но сейчас посмотрим, как прицельчик. Так. Прицел вроде нормальный. Патронов у меня, к сожалению, нет. Вот так вот он выглядит. Нашел я его вот здесь вот. Прямо вот в этом месте. Значит, не обязательно искать его у Killy Crush. Можно найти его вот буквально вот здесь. Это что? Еда. Да, ну я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Всем спасибо, всем пока.